Давно играете в доту и считаете, что знаете о ней абсолютно все? Вы чертовски ошибаетесь. Дота является одной из немногих игр, которые просто переполнены интересными вещами и моментами, которые обычные игроки просто не замечают. А лучше всего это доказывают мои ролики. Сейчас вы смотрите уже третью часть серии видео, в которых содержатся факты, не связанные между собой тематически, но при этом являются интересными сами по себе. И в прошлом видео мы меньше чем за 20 часов часа набрали 10 к лайков что обязало меня выпустить следующий ролик буквально моментально вы сделать я этого не смог по причинам которые я уже объяснял но сейчас давайте немного изменим правила сделаем некий интерактив вы ставите лайк только в том случае если вы услышали факт который вы не знали соответственно если вы знали абсолютно все что я сейчас расскажу то можете либо поставить дизлайк либо вообще ничего не делать по моему это вполне справедливо таким образом если наберется 15 лайков от людей, которые узнали что-то новое из ролика, то я действительно без замедлений приму сделать следующий ролик с подобной солянкой. Но пока здесь не будет 15 тысяч, то это не значит, что и роликов больше не будет. Будут, но просто на другую тематику. Ну, а я надеюсь, мы друг друга поняли, но только давайте без обмана, окей? Узнали что-то новое, влупили лайк. Не узнали, не влепили. Ну, в общем, хватит этой болтовни, давайте уже начнем. Открывает наш, так сказать, топ-факт, который который не то чтобы поразит вас до глубины души, а скорее просто удивит тем, что вы его никогда не замечали. Речь идет о бульте Баунти Хантера. Все мы прекрасно знаем, как он работает и что делает, но хоть кто кто-то из вас пытался рассмотреть, что же именно происходит во время использования этой способности. Баунти Хантер словно что-то кидает с очень большой скоростью и только потом на враге появляется дебаф. Однако же, что именно он кидает, чтобы отслеживать перемещение соперника? Многие могут предположить, что это какой-то фонарик или факел, который светится на жертве, ну или на худой конец какой-то магический кинжал, который незаметно втыкается в жертву. Короче, теории можно построить множество, но на самом деле, я даже и Подумать не мог, что увижу при замедленной съемке. Баунти Хантер бросает банку ни кинжал, ни факел, ни что-то магическое, просто обычная колба. И если вы сейчас подумали, ха, да это ж прям как банка алхимика, то вы попали прямо в точку. Колба Баунти Хантера не просто похожа на колбу, которую кидает алхимик, а является ее точной копией то есть, буквально, это одна и та же моделька. Почему Баунти Хантер кидает во врагов стеклотары? Я точно не не знаю, но осмелюсь предположить, что там просто какое-то зелье, которое заставляет врагов светиться в тумане войны. Ну и другой, более реалистичный вариант, Valve просто не стали париться и взяли банку алхимика, чтобы он хоть что-то кидал. Все равно никто ведь не увидит, так как летит она очень быстро, подумали они. И если вы сейчас удивляетесь тому, как вы раньше этого не замечали, то я вас удивлю еще сильнее. Эту банку не добавили в недавнем обновлении. Она была с самого первого дня выхода персонажа. Следующий факт касается всех персонажей Доты в целом, а особенно Свена. Дело вот в чем: в интернете крайне давно ходит факт, в котором утверждается, что Свен левша, и все как бы в это верят, ну или даже не задумываются о правдивости данной информации. И начать я хочу с того, что Свен не левша. Он самый, что ни на есть правша, и на это указывает множество фактов. Самый непривержимый из них – это наклон меча. Как вы видите, он наклонен именно вправо. То есть основной вес приходится именно на правую руку. Плюс, как и любой нормальный человек, он держит рабочую руку выше нерабочей. То есть правой он делает основной взмах, а левый просто помогает себе. Попробуйте сами взять какую-то двуручную кувалду, и если вы правша, то вы автоматически ухватитесь правой рукой над левой. Да и о чем тут говорить, если даже во время удара СВ замахивается именно с правой стороны. Попробуйте, будучи правшой, сделать взмах с левой стороны. Это просто бред чистой воды. Не знаю, откуда вообще пошла такая дезинформация. Возможно, кого-то подтолкнуло к этому, что у Свена есть одна анимация, в которую он все-таки делает замах с левой стороны. Но посмотрите сами, как редко он это делает и как слабо выглядит сам удар. Сделано это наверняка только для разнообразия анимаций. Короче, к чему я это все сейчас веду? Во-первых, не верьте всему тому, что читаете или слышите. Привыкайте проверять всю получаемую информацию, если она важна или интересна для вас. А во-вторых, я бы хотел поделиться с с вами подробной информации о том, что в доте все-таки достаточно много левшей, значительно больше, чем в реальной жизни. Сейчас перед вами находится таблица, составленная одним из пользователей Reddit. Он все протестировал и точно посчитал, сколько героев левшей, сколько правшей и сколько героев используют обе руки, либо вообще их не имеют. Если вам очень интересно с ней ознакомиться, то ставьте на паузу и рассматривайте. Только учтите, что в ней нет нескольких последних героев, но в целом и так все понятно. Примерно 46 героев являются стопроцентными правшами, также примерно 40 героев используют обе руки, и целых 20 героев используют левую руку как основную. То есть левшей в доте примерно 19 с лишним процентов, хотя как в нашем мире данная отметка варьируется от 5 до 12 процентов, в зависимости от страны. Короче говоря, в доте левшей слишком много по непонятным причинам. Следующий факт коснется одного старенького сета на пугну под названием Незер Лордс Регалия. Думаю, он много у кого есть, либо же вы много раз его видели. Однако у него есть весьма интересная история, которая вас точно удивит. Рассказал мне ее, собственно, сам создатель сета, доктор Робо. Я у него еще интервью недавно брал, так что если вам интересно, то подсказка будет сверху. Он рассказал множество интересных инсайдов там, так что советую к просмотру. Так что же за история кроется за этим сетом? Во-первых, данный сет был сделан в сотрудничестве с БЗЗ, который тоже получал проценты из продаж сета. К слову, сет можно было либо только купить в магазине, либо он мог выпасть после окончания игры, то есть в сундуках его не было. И вот данный сет появился в Доте. На дворе 2014 год, Дота переживает лучшие времена, трава зеленее и все такое. Проходит год, за окном май 2015 и Валф начинает шатать систему выпадения вещей. Если вы не в курсе, то раньше вам после игры могла выпасть часть сета или даже целый сет, который можно было спокойно продать на торговой площадке, причем для выпадения шмоток выделялось отдельное время после окончания игры. Таким образом, все сидели и ждали, что же им выпадет, параллельно наблюдая, что достанется другим игрокам. Повторюсь, что это были лучшие времена. Ну вот, Габену что-то стукает в голову, и он решает начать как-то урезать всю эту систему с выпадением. Сначала он сделал так, что вещи стали падать просто реже тем, чтобы вещи падали только тем, кто хорошо играет. А затем еще и начал потихоньку урезать список вещей, которые в принципе могут выпасть. И этот список стал настолько мал, что игрокам начали выпадать одни и те же вещи. И угадайте, что же это были за вещи. Правильно, куски этого самого сета. Не сет целиком, а именно куски. Таким образом, почти все люди, которые играли в доту в тот промежуток времени, могли спокойно себе собрать полный сет на пугну. И благодаря этой ошибке, или даже не знаю, как это назвать, на Reddit даже зародился целый мем, где люди в шутку называли этот сет самым редким. И знаете, как Valve ответили всем на это? Взяли и запилили золотую версию этого же сета. А засунули они его в сундук под названием Trust of Benefactor – уникальную сокровищницу, которая содержала в себе практически все существующие сеты, арканы и просто дорогие вещи. Там вам и ДК Хуки, и Бэйби Рошины, и арканы, да почти все что угодно. Но самой редкой вещью среди всего этого обилия был, как вы уже догадались, тот самый золотой сет на Пугну. По информации из Dota Вики, в игре существует все всего 25 копий этого сета. И он является одной из самых редких вещей в доте. Никакие Mortal сеты на Урсу и ДК Хуки тут даже рядом не стояли. Вы смеялись над нашим сетом, называя его супер редким. Так вот, получите действительно самый редкий сет в доте. Очень, ну очень толстый троллинг со стороны Valve, согласитесь. Следующий факт будет, конечно, не таким масштабным, но лично меня он удивил тем, что я никогда его не замечал. В общем, данный секрет скрывается в сыре, который выпадает с Рошана. Все мы с вами привыкли говорить: юзнуть сыр или съесть сыр. Но вы хоть раз задумывались о том, как в действительности называется активная способность сыра. Давайте посмотрим вместе. Наводим курсор на него и видим, что способность называется не как иначе. Как фандю. А что такое вообще фандю? Фандю, если вы не знали, это, грубо говоря, блюдо, которое представляет из себя расплавленный сыр, в который макают маленькие кусочки другой еды. Чаще всего это сухарики или просто хлеб. Но почему же тогда сыр Рошана называется фандю, если он изображен как обычный кусок твердого сыра? Честно говоря, я и сам понятия не имею. Причем самое интересное здесь то, что добавлено название этой способности было относительно недавно. 21 июля 2017 года. До этого активка сыра называлась просто. Eat Cheese, то есть просто съесть сыр. Но, видимо, в один момент IceFrog проснулся и понял, что в доте надо что-то менять. И решил поменять название активной способности сыра на фондю. Другого объяснения я просто не вижу. Если оно у вас есть, то пишите в комментарии, с радостью почитаю. Ну и последний на сегодня факт коснется всей карты доты в целом, а именно ее неотъемлемой части деревьев. Все мы понимаем важность данных объектов на карте, их можно кушать для восстановления здоровья, можно рубить, можно использовать в своих целях и много еще чего. Но вы никогда не задумывались о том, сколько же всего деревьев в Доте. Понятно, что их очень много, и вручную посчитать их будет практически нереально. Но все-таки наверняка же кто-то нашел способ это сделать. И я вам отвечу: Да, кто-то это сделал и полагаю, что это было не так уж и сложно, если использовать нужные программы. Итак, сколько же всего деревьев в Доте? Давайте так. Напишите сначала в комментарии, сколько вы сами думаете, а потом уже включите дальше ролик. Посмотрим, насколько вы были близки. Итак, написали. Ну что ж, итого, на сегодняшний день в патче 7.21b всего на карте доты расположено 2207 деревьев. Признаться честно, я реально думал, что их куда меньше. Максимум 700, 900, но ну никак не 2 с лишним тысячи. Надеюсь, я не один так думал. Причем интересно, что данная цифра частенько меняется. Любой патч, который хоть как-то меняет карту, всегда затрагивает и деревья. К примеру, после выхода патча 7.21 7.15 в доте стало 2205 дерева, а до выхода самого глобального патча 7.00 вообще было 2491 дерево. Ну а если вернуться в прошлое аж на 8 лет, в октябрь 2011, то там было всего 2673 дерева. То есть, как вы заметили, за последние пару лет деревьев на карте доты стало значительно меньше. Веганы, остановитесь. Ну а перед тем, как закончить, напоминаю, что подписка на канал дает плюс 10 к удаче. Это уже проверено сотнями людей, так что не оставайся в стороне, если до сих пор не подписался. Если сомневаешься, то просто посмотри на отзывы этих счастливых людей. Все они тоже не верили, но в один момент просто нажали на кнопку подписки. Посмотрите, как изменилась их жизнь. Все в ваших руках, друзья. Ну а также, если вам понравился этот ролик, то вы можете посмотреть и другие из этой же рубрики. Они прямо сейчас на ваших экранах. Кликай на любой. Ну, а я с вами не прощаюсь. Еще услышимся. Аминь.